Здравствуйте, мы находимся на выставке CPM-2019. Галина, расскажите, пожалуйста, какую компанию вы представляете? Я представляю компанию Fashion Consulting Group. Я являюсь директором департамента ассортимент. И плюс у нас в ведении есть функции представительские. Это представление международного тренд-бюро Fashion Snobs. На выставке какая экспозиция у вас представлена? Расскажите подробнее. Вот в рамках экспозиции Fashion Consulting Group Fashion Snobs мы представили две тренд-галереи. Одна тренд-галерея одежды и другая тренд-галерея белья. Ну и какие тренды нас ждут в будущем сезоне? Мы специально показали именно те модные темы, которые будут наиболее востребованы в России. Две из них связаны с диджитализацией. Это модная тема Seen и модная тема, которая связана больше с направлением и возвращением трендов 80-х. Она такая более гламурная, выпуклая, вызывающая, но это не просто так красивое решение в одежде, цветах, каких-то вибрирующих графике, а это влияние мощного социального тренда диджитализации, который задает направление и графическим решениям, и непосредственно световым решением, и вот эти инсталуки, они наконец-то вышли в общекоммерческие продажи. Поэтому, именно поэтому на сезон SS20 так популярны яркие неоновые цвета, розовые оттенки и фиолетовые, электрические, синие цвета. Спасибо большое, очень интересно, хорошего вам дня. Спасибо.